Заберов Владимир! Громче, 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 друзья, поприветствуем наших бойцов. И его оппонент Асланов Амрах. Громче, 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 друзья! Готовится восьмая пара бойцов. Чупин Павел и Иванов Никита. Бойцы, на середину. Бойцами в глаза не давим, открыто ладошки не душим, затылок не бьем, в пах не бьем, в позвоночник не бьем. При команде стоп, замерли, остановились, при команде бой, продолжаем дальше. Поприветствовали друг друга. По углам. Боец готов. Готов. Бой. Друзья, давайте, давайте, поддержим наших бойцов громкими аплодисментами, чтобы бой действительно был жарким. Друзья, громче, громче, громче. Громче, 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 поддержим, поддержим наших бойцов. Стоп, стоп, поединок. Ух, оба бойца у нас оказались за рингом. И такое бывает. Готов. Готов. Бой. Громче, 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 поддержим наших бойцов, друзья, громче! Не молчат трибуны! Поддержим, поддержим бойцов! Громче, громче, друзья! Друзья, я напомню, что на песке у нас стоят только секунданты. Зрители, пожалуйста, огромная просьба. На песке у нас не стоять, чтобы была качественная видеосъемка, друзья, чтобы вы потом могли посмотреть все свои бои. Друзья, поддержим, поддержим бойцов! Активнее у нас! Активнее, активнее! Нужно активно, чтобы судья не остановил поединок. Друзья, поддержим! Поддержим бойцов! Активнее! Стоп! По углам. Друзья мои, не хватает, не хватает немножко аплодисментов, не хватает поддержки нашим бойцам. Очень активно себя парни ведут. Это все для вас, друзья, все для зрителей. А я напомню, что у нас готовится восьмая пара бойцов. Чупин Павел и Иванов Никита. Друзья, это седьмой поединок четвертого турнира «Стрелка». Уличные бои здесь у нас, в городе Глазове. Друзья, я напомню, что зрителям запрещено стоять на песке, чтобы у нас шла качественная видеосъемка, а также в целях безопасности огромная просьба. Все видео и фотосъемка будет также выложена в группе ВКонтакте, поэтому вы сможете посмотреть. Но для того, чтобы все получилось очень качественно и красиво, на песочке мы не стоим. Спасибо большое. По углам. Только судьи и секунданты. Боец готов? Готов. Бой! Друзья, активнее, активнее поддержим наших бойцов! Чтобы они завелись, и бой действительно был классным и очень жарким. Друзья, зрелищным поединок будет только в том случае, если вы их поддержите. Громче, громче! Громче, 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 друзья, громче! Активнее.
Поддержим наших бойцов. Очень жаркий поединок, отличный, зрелищный. Угла. Очень красивый. Саша, воду надо. Боец готов. Готов. Бой. Работай. Дорогие зрители, давайте поддержим наших парней, но... Где же ваши правые аплодисменты? Активнее. Захват. Друзья, громче поддержим наших бойцов. Но... Стоп! Сейчас. Минуту. Друзья мои, нам не хватает немножко поддержки. Видно, что парни не устали, но тем не менее, поединок достаточно жаркий и... Готов. Бой. Друзья, поддержим парней, поддержим. Все здесь и сейчас. Друзья, громче. Вот так, да, громче, аплодируем. Поддержим наших бойцов. Стоп. Ну что ж, друзья, громко, давайте поаплодируем. Итак, победитель 7-го поединка 4-го турнира «Стрелка» становится Асланов Амрах. Громко аплодируем, друзья, громче. Ну и, безусловно, аплодисменты его оппоненту, его сопернику, Заберову Владимиру.
Буквально пару слов нашим зрителям. Владимир, вы в который раз уже на нашей стрелке? Первый раз. Как оно вам? Отлично. Замечательный бой, замечательная поддержка. Спасибо зрителям за поддержку. Ну что ж, давайте громко поаплодируем и поддержим Владимира. Он получает подарочные сертификаты и призы от наших друзей и партнеров. Амрах, ну и, безусловно, пару слов вам. Поздравляю вас с победой. Спасибо большое. Пару слов нашим зрителям. Спасибо, конечно, организаторам в первую очередь. Ну, за то, что организовали. Так, вышел первый раз. Почувствовать, посмотреть, на что способен. Ну и спасибо всем ребятам, кто болел за меня. Спасибо. Большое спасибо. Ну что ж, Амрах получает призы и подарки от наших друзей и спортеров, а также медаль победителя, друзья. Громче давайте поаплодируем нашему победителю 7-го поединка 4-го турнира.